Сегодня 28 января, день колдунов, и речь вовсе не о блюде. А с какой песней у вас ассоциируется это слово? Пишите в комментариях. Это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Белорусам будут предоставлять один выходной в году для прохождения медобследования. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего послания белорусскому народу и парламенту. По его словам, соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены. Делать это будут не только для того, чтобы спасти человеку жизнь, но и потому, что его лечение будет обходиться государству значительно дороже. Ох, и нелегкая работа у таксистов. В Жлобине в минувшее воскресенье сидели, выпивали три мужика. Когда праздник закончился, один из них вызвал такси и поехал домой. Дорога прошла нормально, а по окончании пути пассажир зачем-то вскочил на капот и разбил лобовое стекло автомобиля. Когда он проспался, у него спросили, зачем ты это сделал? Как думаете, какой был ответ? Правильно, никакого. У всех на работе бывают косяки. В Нидерландах водитель министра здравоохранения попал на камеру, когда покупал наркотики. Чиновник давал интервью журналистам. В этот момент к водителю подошел незнакомец и передал какой-то сверток. По голландским законам продажа наркотиков на городских улицах запрещена, поэтому водителю придется заплатить серьезный штраф. И все!